Какой праздник без подарков? На площади у реабилитационного, оздоровительного и досугового центра поздравили выпускников сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюза Смоленской атомной электростанции. Свидетельство об окончании художественных мастерских получили 8 человек – юношей и девушек, отправляющихся в мир большого творчества. Документ об окончании учебы выпускники получили из рук заведующей сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюзной организации Елены Клычевой и заместителя директора Смоленской атомной электростанции Анатолия Терлецкого. Надеюсь, что и в дальнейшем вы будете принимать участие, когда сможете, по крайней мере, в наших хороших мероприятиях дарить свой профессионализм всем жителям нашего города. В торжественной обстановке также были награждены победители открытого первенства Смоленской атомной электростанции по волейболу среди учащихся школ города. В соревновании приняли участие 5 команд, в том числе представители Чижовской средней школы. Лидерами соревнований стала волейбольная команда второй школы. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.